Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Resident Evil Zero HD Remaster, и пришло время познакомиться с мини-игрой в Resident Evil Zero «Охотник на пиявок» Resident Evil Zero. На уровне сложности Hard. Загружаем вот последнее сохранение. Билли пройдено, данные загружены. И вот дополнение у нас тут есть, дополнение. Вот игра «Охотник на пиявок». Как играть? Давайте почитаем. Задание. Найти все синие и зеленые талисманы пиявок на заводе Umbrella и выйти через входную дверь особняка. Особенности талисманов. Первое. Цвет и персонаж. Билли и Ребекка могут взять талисманы лишь определенного цвета. Также талисманы пиявок нельзя обменивать между персонажами. Синие талисманы пиявок равно Билли, зеленые талисманы пиявок равно Ребекка. Второе. Вы не можете выбросить предмет. После того, как герой взял талисман, он не сможет его выбросить. Третье. Количество занимаемых блоков. 10 талисманов могут быть собраны в один блок инвентаря. Четвертое. Количество талисманов. Синих талисманов пиявок 50, зеленых талисманов пиявок 50. Пятое. Конец игры. Если вы слиняете через входные двери особняка, или если Билли или Ребекка умрут, то игра будет окончена. Талисманы погибшего героя не учитывают, так что постарайтесь выжить. Желаем удачи. Так, ну вот и все описание прошло, собственно говоря. Ну что ж, давайте попробуем начать. Чтобы рассеять этот кошмар, вы должны выжить. Так, и вот мы начинаем вместе, можно по отдельности. Что у нас из оружия есть? Из оружия у нас есть только пистолет изначально. И по спрею у каждого персонажа. Так, есть вот тут вот зеленая трава вместе с синей. Можно взять, Ребекка может смешать, в принципе. Так, что у нас тут еще в поле? Тут первый талисман пиявок есть. Но я вообще пока не советую собирать их. На самом-то деле. Я не помню, кто где находится врагов вообще. Тут мощные враги будут. Так, и где можно будет взять какое-то оружие помощнее, тоже непонятно пока. Так, ну, наверное, в эту комнату я могу безопасно пройти. Ну, я имею в виду, врагов здесь не должно быть. А вот полезные вещи вполне могут быть. Нож, например, да? Ну, насколько он полезен, трудно судить. Вот вижу талисман, но не беру. Ага, еще один талисман там, да, у нас получается. Ну да. Тоже не беру. Я с большим трудом проходил когда-то на харде. Я даже не знаю, в какую сторону начинать идти. Пойду траву возьму на всякий случай, не знаю. И желательно вдвоем играть, ходить с Ребеккой, или все-таки поодиночке. Тоже не знаю. Возможно, лучше вдвоем. Ну а с другой стороны, патронов может и не хватить. Все-таки у Ребекки здоровье намного меньше. Так, ну давайте вот сюда попробую зайти. Посмотрим, что нас здесь ждет уже.
ты что ли? Ни хрена себе. Какого хрена? Не, я тебя убивать не хочу. А в туалете кто? Я тебя и не убью, блин. Еще один. Так, здесь есть патроны для дробовика, вот. А, еще для пистолета. Одна пачка. Так, вроде больше тут ничего нету. Вроде бы. Тогда сваливаем. А здесь что? Что, никого нет, что ли? Вроде бы никого нет, но есть травы. Разные довольно-таки травы. Но врагов вроде бы тут нету. Талисманы пиявок тоже что-то я не вижу. Да, но это надо как-то Ребекку приводить сюда, забирать и все эти травы. Или это явно сейчас не справится. Меня скорее покалечит это. То есть здесь полный набор. Ладно, выбегаем пока отсюда. Но надо будет заучивать это все. Это так, разведка пока. Так, ну все, он уже разделся, это опасно. Так, ну допустим, патроны для дробовика я взял. Только от этого мне как-то пока никак. Я же не знаю, где дробовик, собственно. Давайте вот сюда схожу. Посмотрим, что у нас на кухне. Вернее, кто. Зомби. У нас здесь зомби. Так, тут еще один идет. Еще даже этот недобитый. Ну ни хрена они живучие. Так, еще встает. Да, тут большая толпа такая. Последний, что ли, остался? Он еще живой. Давай, вставай. Ну все, вроде всех зачистил, да? Так, тут второй нож есть. Честно сказать, нож мне вообще сейчас не нужен. Кстати, а карта у нас есть, да? Где я что оставил? Да. Это у нас все есть. Так, и что же у нас тут такое? Нет, не беру я талисман. Но он здесь есть, окей. Будем знать. Так, что-то еще там у нас на кухне есть, видимо. Давайте я зайду на кухню, посмотрю, кто там хотя бы. А, дверь закрыта даже. Надо еще ключ искать. Ключ огня, ничего себе. Не все так просто. Так, ну что, пойдем вглубь, но это опасно, может быть, конечно. Нет нормального оружия. Ладно, пойдем. Все равно разведка. Кто? А,
лежачие. Лежачие зомбы просто тут лежат и все. Можно их просто порезать. А этого можно просто порезать? Или нельзя? Он готов меня укусить, конечно. Ну, вроде есть возможность. Убить его до сближения. Так, ну убил, допустим. Есть вариант пойти в подвал. В котельную. Но мне кажется, там ничего хорошего быть не может. Поэтому не пойду я пока туда, а пойду в другую дверь. Может быть, дробовик, кстати, будет здесь как раз лежать, как он и в сценарии находился. Охотники! Ничего себе! Три охотника! Так, здоровье мое уже пошатнулось намного. Ух, он меня сейчас убьет. Надо лечиться. Срочно. Так, один остался. Да отвали ты. Вот он меня калечит тут, а? Так, ну надо лечиться. Деваться некуда. Трех охотников завалил. Охренеть можно. С пистолета. Да, вот это попадос комната, да? А награда какая-то есть? Еще один! Откуда ты вылез тут? Так, надо траву срочно брать. Да не пиявку. Траву тебе говорю. Лечись, Билли. Убьет же. Убьет, гад. Вали. Готов. Но я тоже почти готов. Да. Весело. Четыре охотника здесь. Надо пойти у Ребекки спрей брать срочно. Да. Такую дичь пережить. Где нормальное оружие? Я его не вижу. Так, ну патроны-то есть еще, конечно. Хотя можно взять у Ребекки. Да. Можно, конечно, за Ребекку сбегать за смесями. Мимо этого типа. Но она пострадает у меня тогда.
Ну а что, с другой стороны, а что делать? Так, ты где? Удалось пробежать. Это хорошо. Так, вроде больше тут ничего, кроме трав-то и не было. Я вот, кстати, не знаю, есть ли тут рандом на эту мини-игру. Так, синяя трава, красная трава. Так, ну зеленую с красной-то можно смешать. Синюю, наверное, лучше оставить. Возможно, все-таки лучше с Ребеккой ходить, да, было бы. Ладно, бежим назад. Сейчас вот... Как-то надо его хитро оббежать здесь. Уф, удалось. Удалось, Ребекка, молодец. Так, ну давайте я отдам смесь Билли. Так. Может сюда спуститься нужно? По лестнице? Может найду где-то дробовик? Так, ну здесь закрыто. Здесь в воде не может быть дробовик. Так, а что это за тени такие? Патроны есть, кстати говоря. А где сам-то дробовик? Интересно. А, вот он. Ничего себе. Так, я понял. Я все понял. Давайте я нож оставлю. Патроны, кстати, можно скомбинировать. Просто против охотников с пистолетом это не самая лучшая идея. Ну, берем дробаш, туда не знаю, идти, не идти. Там наверняка сейчас будут охотники. Ладно, я туда потом скажу. Пока начну прочесывать тот путь, где было 4 охотника. Вот. Не знаю, куда я приду в итоге. Вот сейчас я хотел на лестницу пойти. Так, здесь же больше ничего у нас не было, да? Вроде бы ничего. Ладно, поднимаемся по лестнице. Тут тоже, возможно, кто-то страшный сейчас будет.
А, нет, зомби обычные. Ничего страшного. Давай, вставай. Так, еще один встал. Ну да, много их, конечно. Ох, хэдшот. Хэдшот прошел. Чего такие живучие, ребята? Готов. Так, ты еще встаешь. Все, готово. Это все? Сомневаюсь я. Ну тут у нас есть талисманы. Смотрите-ка. И только талисманы. Больше вроде ничего полезного. Тут стена. Да, тут много талисманов. Ну ладно. Я открыл дверь. Ничего себе. Она была закрыта, значит. Да, конечно, можно в те двери сходить. Но я пока вернусь назад. Попробуем сходить вот в эту комнату. Она точно тупиковая. Но, возможно, здесь кто-то страшный сейчас будет. Трудно сказать. Так, нужна перезарядка. Ну, хотя бы не с двух сторон, да? Нет. Как в компании было. Ну да, крепкие ребята. По-моему, даже они покрепче, чем в компании. Всех положил, что ли? Хорошо бы апгрейд найти для пистолета было бы. Так, ну тут одни пиявки. Судя по всему. Больше я тут ничего не вижу, потому что... Ладно, пошли отсюда. Схожу в комнату, где когда-то были вороны. Может, они и сейчас там? Но та комната тоже была тупиковой. Посмотрим. Вороны. Да отвали ты. Что, всех положил? Ну, вороны вроде не страшные враги. Слабые в этой игре. Так, и что тут, пиявка лежит, да? Да, вроде пиявка. Мне пиявка не нужна, она будет занимать только место.
А, тут пистолет есть. А что это? Еще один пистолет? Зачем? Давайте я переключусь на Ребекку. Она соберет. Но зачем еще один пистолет? Или он модернизированный? Если он модернизированный, тогда это круто. Но он не модернизированный вроде. Ну да, обычный такой же, еще один пистолет Стакс. Ну давайте я обменяю армейский на этот. Может он необычный какой-то? Ну вроде все то же самое. Так, и куда же мы направимся? Можно в подвал сходить, конечно. В подвале опасно. А где сейчас не опасно? Так, давайте-ка вот сюда сходим. Посмотрим, что тут у нас. А, жуки. Ребята, а мне надо нож взять. Может, их также можно порезать? Или пока не идти к ним? Я вот даже не знаю. Пойти вот сюда, может быть. А здесь кто может быть? А здесь тоже жуки, к сожалению. Да, трачу дробовик просто с охренительной скоростью. Ведь гранатомета случайно нету? Похоже, нету. Нет, здесь пиявка, пиявки только лежат. Нет, туда я что-то боюсь идти, нарваться на этих. Не хотелось бы. Возможно, надо сходить туда. Эх, ладно, схожу. Посмотрим. Здесь тоже ты, да? Тоже он. А что еще тут у нас? А я что тут больше ни хрена и не вижу. Пустая, что ли, комната? Ну да, такое может быть. А здесь что? Лежачие, да? Лежачие. И один лежит с пиявкой. Так, ну сюда надо с ножичком прийти. Видимо. Не, ну тратить патроны на лежачего, я даже не знаю. Давайте потрачу.
здесь одни пиявки, вот. Вот эти вот. Причем синие. Надо вот это, кстати, запомнить. Здесь только синие. Или зеленые тоже водятся. Нет, здесь, по-моему, только синие. Ну хорошо, пойдем тогда в другую дверь. Этот тип уже сейчас мутирует. Он уже мутировал. Здесь вообще узкий коридор. Здесь без дамага не проберешься. Еще один. Да вы охренели, что ли? Так, здесь что? Обычные зомбы. Это с двух сторон еще обходят. Они обходят с двух сторон, это плохо. Это очень плохо. Так, кто-то еще ползет. Не могу понять. А, он ползет именно вроде бы по звуку. Ага, ползешь сюда. Нет, погоди. Тут у нас есть разные довольно-таки личинки. Да, вот нет у меня сейчас ножа с собой, к сожалению. Ну ладно, ползи себе. Ползи себе дальше. Уходим пока. Так, проверить осталось еще одну комнату. Ах, ты уже мутировал. Не, ну этот сейчас будет надоедать, конечно. Так, здесь, по-моему, кто-то страшный. Да, тут охотники. Все, готовы, что ли? Два охотника. А есть что-то еще? Что-то есть. Это что такое? Гранатомет здесь есть. Нифига себе. Ну, блин, я даже не знаю. Как его взять-то? Мне бы напалмовые гранаты. Не, ну гранатомет надо взять. Только как это сделать? Да, здоровья у меня немного. Так, Ребекка, чем ты мне можешь помочь?
нож. Наверное, убрать один пистолет. Траву синюю пока тоже. Где был нож? Вот он. И коктейли что-то я не нахожу. Возможно, как-то нужно отвлечь этого типа. Ах ты! Паскуда! Так, ну это я, допустим... Ох, уже внимание у Ребекки. Ее вообще нельзя сюда водить. У нее намного меньше хп. Так, ну допустим, порезал я их. Дальше-то что? Надо как-то пробираться туда. Там опасно. А, стоп, тут есть смесь, оказывается. Я что-то даже и не заметил этого факта. Так, ну будем как-то пробираться, я даже не знаю как. Так, вот ты сейчас где будешь стоять? Ага, он стоит прям здесь. Прям ждет уже. Тут один ползет. Так, с какой стороны ты ползешь, друг? Чтобы не понимать, в какую сторону. Ага, я тебя понял. Отбегаем его сзади. И режем. Так, ну допустим, я его порезал. Пиявки тут по-прежнему лежат. Да, но как они мне помогут? Мне надо пробежать к Билли. Это значит получить дамаг. А как еще? Нет, удалось. Нифига себе. Так, мы подбираем гранатомет. Одна граната всего. Вы смеетесь, что ли? Так, выводить отсюда Ребекку или не выводить? Вот в чем вопрос. Наверное, лучше по одному как-то выходить отсюда.
Хотя мне нож ее хотелось бы взять, конечно. Или рискнуть вдвоем. Let's regroup. Okay. Ну да, ладно, давай рискнем. Ну сейчас пострадаем. Оба. Что, удалось, что ли? Почти. Пусти, чудище ты наземное. Так, надеюсь, он ее не схватит. Ну да, повезло. Повезло. Ну, давайте я обменяю. Пока что так вот сделаем. Выходим. Let's split up. Come on. Так, сейчас эти тараканы, жуки, ползают. Надо бы понять, как с ними быть. Так, ну что ж, продолжаем. I'll check it out. Okay. Она пока тут останется. Тут у нас тараканы. Возможно ли их по схеме порезать? Так же, как и в компании. Четыре таракана. Поближе тут подойти, найти эту точку. А где эта точка, я вот не помню. Нашел. Один готов. Их осталось двое. Один остался. Ну все, вроде зачистил. Так, и что у нас тут есть? Патроны для магнума. Вау. А где сам магнум взять? Потом еще личиночки есть. Так, у рыбаки сколько вообще места? Мало места. Места очень мало. Ладно, верну патроны. Можно даже все, наверное, забрать.
тогда Ребекка сможет подобрать вот эти патроны для магнума. Кстати, сколько, интересно? Один. Ну, конечно, один. Let's split up. Roger. Так, жди здесь. Попробуем сходить вот сюда, может. Что тут у нас? Там зомбы, по-моему. Ух. Так, и сколько вас тут, ребята? Ты один остался здесь, наверху? Наверху вроде один. Но есть еще внизу, ребята. Как их прибить? Ну, можно вот так вот. Конечно, мало. Так, там кто-то жив еще. Погоди, он притворился, что ли? Ага. Кто еще-то тут? Кто-то еще живой. Не, ну тут, конечно, можно было бы нож принести. Не тратить патроны, пистолет так вот. Расточительно. Ладно, давай, зарежем его. Я даже не знаю, куда здесь можно будет идти, а куда в итоге нельзя. Попробую зарезать его ножом. Ах ты, падла! Да, еще оранжевые. Ну, вроде все сдохли. Так, трава тут есть. О, как хорошо. Мне ее, наверное, лучше применить. Так, хотя бы до желтого меня вылечит. Так, а вот сюда я могу пойти? По-моему, не могу. Никакой реакции даже нету на эту дверь. Забавно. Okay. Ладно. Уходим пока отсюда. Я вот, кстати, не помню, по-моему, туда тоже нельзя уйти. Вот туда, где улица. Okay. Я сейчас, конечно, попробую. Но нет, нельзя все-таки. Ладно, пошли отсюда. Okay. Эх, нам еще много чего проверять на самом деле. Еще ключ огня надо где-то раздобыть. Еще подвалы ждут. Так, ну и куда пойти? Кто подскажет?
Давайте схожу в одну из этих коридоров. Ну, тут, правда, сейчас, наверное, кто-то страшный будет. Что, думаю, лучше дробовик взять сразу. Че, охотник, че морда охренел? Охренел совсем. Так, тут второй еще. Второй идет. Зверюга. И третий. Так, пока еще норм. Пока еще норм. Смотрите, сколько здесь всего разбросано тоже. И эта дверь закрыта. Узор огня. Так, что здесь у нас? Зомби. Обычные зомби. Сколько у вас тут, ребята? Так, он один, что ли, остался? Ага, встал, кажется. Еще жив, приятель. Или нет? А, нет, уже мертв. Ах ты, скотина! Да, последнюю хилку придется тратить. Здесь много чего есть. Лифт. Ох, прям на лифте пиявка лежит. Ничего себе. Мне интересно, а кроме пиявок тут что-то есть? Похоже, ничего нет. Так, где у нас Ребекка? Надо провести ее сюда, я думаю. Может быть, туда сходить без хилок, так вот, имея место одно. Я не знаю, просто что там. А, здесь зомбы. Кстати, их можно было бы порезать. Один притворяется, кстати. Так, ты же еще жив.
Или мертвый? Не пойму. Так, схожу я за ножом, пожалуй. Вот этого надо как-то порезать. Ну, аккуратно очень. Потому что он близко. Запустим. Готов. Допустим, что у нас здесь вообще есть? Интересно. Интересного. Ух ты! Патроны для пистолета. Надо же. И сколько? 30 штук, что ли? Так, потом еще пиявки. А здесь что-нибудь есть? А, здесь еще одна пиявка. И больше ничего, да? Вроде бы да. Лучше бы гранаты дали, блин. Или аптечку. А где же ключ огня-то брать, интересно? Может, он вообще в подвале где-то? Наверное, да, в подвале где-то находится. Так, Ребекка, дай-ка мне хилку лучше. Let's regroup. Roger. Так, идем вместе отсюда. Ну, схожу теперь тогда в другое помещение. Пойду один. Возьму сейчас сразу дробаш, потому что у меня плохие ощущения с этими коридорами. Здесь либо охотники, либо обезьяны. Черт, патроны закончились. Не вовремя. Так, он еще жив, что ли? Не, все, помирает. Да, и тут охотники. Охренеть можно. На. Вот эта дверь, кстати, вообще не работает в этой мини-игре. Эта дверь работает. Но что у нас здесь есть? А вернее, кто? Зомбы, да, обычные? Стреляй! Блин, он подходит. Наверное, придется одного снять, дробаша. Их тут слишком много.
еще там по патронам? Есть еще? Так, ты один остался, что ли? В итоге башку ему снес нахрен. Так, что это такое? Пистолет лежит. О, модернизированный пистолет. Вот это круто. Да, знал бы я, сразу бы сюда бы пошел. Ага, еще пиявка. И тут спрей еще есть. Вау. Круто. Так, надо Ребекку сюда везти срочно. И у нас останутся вот, получается, подвалы, да? Которые совсем не вызывают у меня хороших эмоций. Так, ну с баллоном ты уже ничего не сделаешь, да. Ладно, пошли отсюда. Let's regroup. Roger. Знал бы я сразу, я бы сразу сюда пошел. Что тут улучшенный будет пистолет. Так, а получается у нас и остались только подвалы. Везде в других местах я уже побывал. Весело. Так, давайте я один пистолет, наверное, скину. Пока что. Гранатомет меня вряд ли чем-то спасет. Куда пойдем-то? Возьму Ребекки спрей. Может, синюю траву лучше взять, даже не знаю. Даже не знаю, что лучше. Ключ огня-то мы еще не нашли, да? Сперва пойду вот в этот подвал, окей. Сдается мне там обезьяны. Надо брать дробовик, а дробовика и так мало. Чтобы патроны кто подкинул. На этот дробовик. Больше я тут вроде ничего и не вижу. Ладно, давай рискнем здоровьем. Правда, ракурс камеры не очень хороший. Не понял. Тут что, никого нет, что ли? Как так? А тут нет никого. Ни хрена себе. Вот это сюрприз. Может, здесь? Ах ты! Охотничья морда.
Так, ну я тебя сейчас дробаша насажаю. Готов, да? Спрятался он тут, нормально такой скример. Так, я вот в сейв-рум хочу зайти. Здесь точно никого быть не должно. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Ага. Надейся и жди, блин, называется. Да ты чё? Отпусти! Скотины! Вот ты скотина! Лежать! Так, а чё они охраняют? А, пиявка, да? Обычно, блин, два раза укусил. Даже в спокойной, казалось бы, комнате откуда-то все равно зомбы нарисовали. Ладно, ничего тут нету. Там, боюсь, пауки наверняка. Ладно, схожу в соседние комнаты. Вот сюда. Вот это не вовремя. Еще один охотник. Еще один охотник нарисовался. Какого хрена ты тут нарисовался? Трава есть. Это хорошо. Тут кто? Еще зомбы. Давай. Стреляй. Непрерывный огонь. Смотрите, еще один гранатомет лежит. Охренеть. И смесь можно сделать. Так, наверное, надо Ребекку звать сюда. Очень хорошая комната. Так, только что выложить? Давайте патрон Магнума выложу. А я что, не могу этот гранатомет, что ли, выбросить здесь? Не хватает места, да? Ну ладно, я вот там оставлю. В другой сейф комнате. Вот здесь вот. Еще один гранатомет. Это же круто. Блин, а чё, получается, обезьяны у нас будут в этом подвале только, да? Так, может синюю траву взять на всякий случай? Прихватить, так сказать, с собой.
Интересно, в том гранатомете вообще патроны есть? Хорошо бы там было бы 6 напалмовых, я бы тогда лича бы закончил одного хотя бы. А с другой стороны, они нам и не нужны. Да, они мешаются, но вроде в их коридорах нет никого. Я имею в виду, никаких этих личинок собирать не надо. Так, а вот Ребекке, кстати, не помешало бы тоже подлечиться. Она у меня ранена. Так, и берем гранатомет. Что у нас в гранатомете? 30 гранат! Ни хрена себе! Вот это да! Кто бы мог подумать, да, про такое? Это клад. Супер комната. Так, ну, Ребекка, подлечись. А хотя, может, Билли подлечить? Хотя, ладно, давайте Ребекку подлечим. Все-таки. Или Билли подлечить. Или пока вообще не буду лечить никого. Просто пойду посмотрю, что у нас там дальше. I'll check it out. Okay. Так, а что тут еще пиявка, что ли? Roger. Let's split up. Roger. Что такое поблескивает здесь? Тут же что-то поблескивает еще? Или это трава одна только блестит так? А, это трава блестит, ну стоп. Здесь зомби, интересно. Только зомби. Так, давай, Билли. Ты охренел, что ли? Ну, хотя бы так. Так, кто-то уже скончался там, по-моему. Еще один поднимается. Еще один встает. Хочешь сказать, всех перебил? Тут есть пиявки тоже. Синие. Еще две травы, ну ни хрена себе, блин. Вот это комната, супер комната. Да, дробаша почти что нету. Ладно, давайте я одну траву возьму. Билли надо вылечить немного. Про одну траву тогда запомню. Так, кстати, огонь против пауков будет хорош. Давайте я возьму мед. Возьму синюю траву лучше. Так, ну пойдем посмотрим. Действительно ли у нас тут пауки сейчас? Огонь и против жуков хорошо действует. Ага. Так, ты падать-то будешь?
там еще один. Еще один паучар. Даже не знаю, куда сходить. Сперва сюда или туда. Давайте зайду сюда, посмотрим. Что, кто-то есть, что ли? Здесь я что-то никого не вижу. Даже пиявка. А, нет, есть пиявка. Одна, он поблескивает. Ключ огня надо найти. А, может быть, он здесь, кстати. Правда, тут был в сценарии сюжетки ключ воды. Чё, могут быть охотники? Или тут все закрыто? А, тут все закрыто. Больше тут, видимо, ничего нету. Понятно. Я понятия не имею, кто у нас будет здесь, в этой комнате присутствовать. Тараканы? Жуки-то, точнее, или кто-то другой? Ага, жуки. Два жука. Еще трава здесь есть. Не, ну это круто. Надо это все, все-таки это все забрать. А не просто запомнить. Ладно, пошли назад. Этот подвал все. Значит, в том подвале точно будут обезьяны. Так, а где у меня Ребекка? А, она у меня здесь. Так, ну ей надо подлечиться, я тут все-таки используем эту траву. Там еще трава, блин. Так, сейчас надо будет все перенести. Ключ огня я так и не нашел пока что. Еще тут я знаю, что, возможно, будут респауны потом. Так, что-то нужно оставить. Дробовик. Давайте я его оставлю. Лечилку уже не смогу оставить. Места нет. Ладно. Сейчас Ребекка сбегает, тогда соберется. Там травы остались. Все. Остался один подвал.
А где-то же должен и Магнум еще быть. Получается. Может, он все-таки был там? Хотя вряд. А, нет, я еще знаете, где не был? Где я дробовик нашел? Вот там дверь. Я туда так и не зашел, кстати. Там вроде только охотники, но все равно. Так, сперва пойдем заберем вот там в углу была еще зеленая трава. Жалко, красной нету. Тут точно нету магнума нигде. Где-то в шкафчике, нет? Так, здесь я, по-моему, все забирал. Ну, кроме личинок этих. Ну да, вроде все. Обезьяны, конечно, это вообще. Жалко, дробаша больше нету. Лучше был бы дробаш, я думаю. Ну да, вот еще трава. Может, даже лучше оставить их пока. Вдруг красная будет. Так, здесь у нас точно ничего нету, да? А для чего ж тогда это помещение? Ну, кроме одной пиявки. Шкаф не открывается, получается, да? Эх, ну ладно, пошли отсюда. Пока живем, ребята. Дальше не знаю. Когда я начну собирать пиявки, у меня инвентарь начнет убывать уже. А враги будут респауниться. По-моему, после сбора 50, что ли, произойдут новые пополнения врагов. Так, в той комнате у нас тоже ничего не было больше, да? Ну да, здесь только пиявки. Несколько штук причем. Еще, да, Билли собирает только синяя, Ребекка только зеленая. Вот еще прикол. Ну я, наверное, лучше будет собирать тогда только зеленые пока что. Потому что Ребекку я все-таки берегу. Я не знаю, какую тактику избрать даже. Наверное, да.
Так, ну можно этот нож, конечно, взять. Зачем, не знаю. Уф. Так, ну чего, Билли надо отдать что-то, нет? Да ну, ему-то все нужно, в принципе. Ладно, останусь пока так. Так, и я сейчас пойду в этот подвал. Вероятно, где-то должен лежать маг. Раз патроны для него есть. Так, я продолжаю. Ну что, давайте спускаться. Возьмем гранатомет сразу. Скорее всего, паучары сейчас тут будут. Минусанули двоих. Так, ты приползешь сюда сам? Ага, сам не хочет. Там еще один. Минус. Еще есть. Еще даже есть один. Ну охренеть, тут пауков развелось. У меня уже 20 гранат осталось. Так, ну чё, куда пойдем? Давайте сюда заглянем. Посмотрим. Зомбы. Ах ты, скотина! Я хотел просто пробежать, чтобы... подальше. Сколько вас тут еще? Блин, у меня здоровье хреновое. Всех, что ли, перебил? Да вроде бы. Так, ну, надо сходить к Ребекке за травой в любом случае. Пистолет уже заканчивается. Осталось всего ничего. Так, я думаю, что синяя трава мне уже не понадобится. Я ее обменяю на зеленую. Вот так вот. И еще, наверное, возьму с собой на всякий случай. Так, а что там в дробовике? Один патрон был вроде всего, да? Он меня не спасет. Ну вот сейчас, я думаю, будут обезьяны. В той комнате. Ну кто-то страшный по-любому там будет. Огонь, конечно, не самое лучшее против обезьян. Лучше была бы кислота, но кислоты нет. Так, сейчас пробегаю в угол. И с угла начинаю стрелять. Ни хрена себе. Нет, надо вас, ребята. Так,
как-то оглушить. Ах ты, ах вы твари. Ты еще живой. Так, у меня уже опасное состояние. Хрень. Почему-то я думал, что тут не охотники будут. О, патроны для дробовика, еще дробовик. Ни хрена ж себе тут заначечки. Так, надо сюда Ребекку везти. Так, ну ножи, наверное, лучше вообще скинуть. Правда, здесь я их не скину. Там хорошая заначка. Огонь, я думал, личманов скребить пойти потом. Может быть, не всех. Так, давайте я смесь возьму на всякий случай. И спускаемся вниз. Все-таки надо беречь гранатомет. Так, это такой же дробовик. Тут и патроны есть к нему. Плюс еще трава. Так, траву, я думаю, обменять или отдать. Хотя... мне дробовик нужен. Сделаю вот так вот, ладно. Let's regroup. Roger. Ладно, пошли пока отсюда. Так, оставлю ее здесь. Так, ну что? Тут обезьяны должны быть, да? Так и есть. Что, еще кто-то живых остался, что ли? Вы, ребята, охренели, что ли? Вы охренели. Куда? Ну охренеть. Хилку уже просрал, считай.
Они еще живы. Отпусти. Вот это вот уже опасно. Да куда? Куда ты? Сколько можно жить, а? Ты отродье. Да, всю хилку просрать на одну комнату. Это мощно, конечно. Понятно. Так, пойду за спреем схожу. А что у нас по карте? По хилкам-то там было. Лучше бы я сразу, блин, не переключался на пистолет. Да, спрей есть. Обезьяны очень опасны. Куда ты? Я не нажимал выйти назад, я хотел взять спрей. Это не гранатомет, а спрей. Уф. Фигово положение на самом деле. Там сейчас тоже будет до хрена обезьян, я чувствую. И они очень крепкие, очень живучие. Откуда такие взялись? Охренеть, у них живучесть зашкаливает. Весь дробовик надо слить. Все, дробовика нету. Но тут есть магнум, вы посмотрите-ка. Палочка-выручалочка. Так, надо Ребекку сюда вести. Магнум это круто. Магнум это мощь. Thank you.
Да, и тут есть у нас личинки. Let's go! Окей. Ладно, идем отсюда. Так, ну что теперь остается-то? Пойти хотя бы двоих личманов зачистить. Ну да, у меня есть несколько пистолетов еще. Вот дробовика больше нету. Хилов не так уж много, прям. Чтоб можно было сказать, да, это круто. Так, тут где-то, по-моему, я оставлял еще патроны для магнума. Okay. А, я знаю, у нас же еще охотники остались кое-где. А в этом дробаше я, кстати, не знаю, чего он вообще лежит. Точнее, сколько в нем патронов. Один патрон. Весело. Как будем действовать? Так, ну я пойду личманов, наверное, позачищаю. Хотя идея, конечно. Не очень хорошая, может быть. Ну ладно, пошли. В любом случае надо зачистить. Просто это может быть очень болезненно. Они уже раздетые там. И много-то я не смогу зачистить на самом деле. Ой, ёлки-палки, а чё ты так быстро стыхаешь-то? Блин, я две гранаты пустил в молоко, считай. А чё они такие? Почему они такие? Трёх гранат им достаточно, оказывается, ничего себе. Блин, вот это попадос. Так, ну я хотел посмотреть, что у нас все-таки здесь творится. Смотрел, блин. Тут, по-моему, вообще ни хрена нету в этой комнате, на самом деле. Тупиковая какая-то комната. Вам не кажется? Я уже опять при смерти. Да. Осталось еще два личмана в этой игре.
меня больше одна граната осталась. Очень я хорошо поступил. Так, что будем делать? Выброшу пока гранатомет. Дробовик. Да на кой он мне нужен? Хотя дострелять один патрон можно было бы. Но потом в кого-нибудь другого. Ну да, мне кажется, я не пройду с первого захода. Сколько их сейчас будет, интересно. Черт, они еще живые. Пять охотников. Где ты? Ты где, блин? О, я попал в него, надо же. Так, а что такое? Тут пять охотников было. А это ключ огня, кстати. Да, я, кстати, забыл совсем. Ну что ж, берем ключ огня. О, тут трава есть, надо же. Трава, конечно, это хорошо. Надо Ребекку сюда привезти тогда. Да, минимум две комнаты я еще посмотрю. Может быть, там что-то будет интересное. Да, охотники ваншотят хотя бы маг. Это хорошо. Так, мы пошли отсюда. Пойдем откроем две двери. Так, ну первая дверь вот здесь у нас находится. И что же у нас тут есть? Хорошо, если зомбы. Непонятно. А тут вообще врагов нету, что ли? Это повезло.
Но это пока нету. Потом еще могут появиться. Да, тут полно пиявок у нас. Разных сортов. Окей. Больше тут ничего нету. Ну, пойду открою вторую дверь. Хорошо бы еще бы один спрейчик, конечно, но вряд ли. Или хотя бы кислотные гранаты. Кислотных же не было даже. Так, вторая комната была здесь. Ключ выбрасываем, заходим. И что тут у нас? Враги есть. Лежачие, что ли? Ну это надо за ножом идти тогда. Ладно, пойду схожу за ножом. Патроны все же поберечь лучше. Да, еще два личмана осталось, но... Это беда. На самом деле. Так, сколько здесь зомбов? Ах ты! Как и думал, что укусит, падла. Я уже внимание, да? Хреново. Еще один лежит. Вау, тут еще лежит, что ли? Как он меня не укусил сейчас? О, пошел урон, нашел эту точку. Интересно, тут свет можно включить будет? Свет нельзя включить. Ну да, тут дополнительные пиявки вот, зеленых много. А что-нибудь за комодом есть? Судя по всему, ничего нету. Я даже не знаю, куда теперь пойти. Наверное, нужно идти убивать личмана.
как это лучше сделать, я даже не знаю. Ввиду того, что гранатомета мало. Неправильно, я две гранаты пустил в молоко, можно сказать. Я думал, там гранат 6 нужно. Так, ну где этот гранатомет-то? Вот он. Я тут сейчас пострадаю, конечно. Сколько у Ребекки лекарств? Одна трава. Весело. Ну что, сейчас-то я пострадаю, конечно. Лечиться. Ты что, живой, что ли? Так, если я сейчас выйду, он взорвется. А, я помню, что надо делать. Так, ну все, он разлетелся. Еще один остался. Ну я не знаю, весь магнум уйдет, наверное, сейчас. У меня тут потому что гранатомет только такой. Обычная граната. Я сейчас покорят, конечно, здорово. Возьму у Ребекки траву, что делать. Жалко магнум, конечно. Да отпусти! Так, ну все, он сейчас взрываться будет. Надо подлечиться, наверное. Ух, пронесло. Тут вроде бы больше-то и ничего и нету даже. Так, ну вроде всех зачистил на данный момент. Давайте я оставлю тут второй гранатомет. Ну, радоваться бы я... не стал, конечно, потому что еще будут респауны. Все, что у нас осталось, это вот один спрей.
что, начну пока собирать зеленые пиявки с Ребеккой. Давайте как раз отсюда и начну, наверное. Чего нет? Причем синие меня пока вообще не интересуют. Так, а здесь что, нет пиявок, что ли? А здесь, похоже, и нету. Странно. Вы ничего не перепутали? Не, ну я не вижу. В туалете вроде тоже не было. Я еще раз обшарю туалет. Здесь, возможно, остались, правда, эти мелкие. Или не остались. Нет, похоже, в туалете тоже нету. Вообще бесполезная комната уже. Я уже тут что-то подбирал, по-моему. Так, получается, этот коридор мне больше вообще не нужен. Ну, пойдем туда сходим. В воде вроде их нету, да? Ну да, вроде в воде они быть не могут. А тут вообще есть пиявка? А, есть, только синяя. Вот синюю я подобрать не могу, потому что... Вот, это синяя, Ребекка не может взять. Но... Для Билли, или я потом буду собирать. Начнем тогда отсюда. Тут вот синяя пиявка. Главное не пропустить только. И очень легко пропустить. Так, ну, видимо, мне на кухню надо. Тут у нас полно зеленых, хотя и синий тоже есть. Вот собираем. Первое зеленое. Давайте осмотрим. Зеленый талисман в виде пиявки. Собери их всех и неизвестно, что будет. Так, вот вторая. Так, это синяя там внизу. А, вот еще зеленая. Третья зеленая.
Жалко, сохраниться нельзя. Хотя бы. А, вот четвертая. Здесь вроде бы нету. Ладно, пойдем сходим в подвал. Здесь не помню. А, здесь тоже какие-то есть, но тут это синие. Только синие тут? Вроде бы да. Зеленый я тут не вижу. Так, здесь не помню. Есть зеленая. Три зеленых. Вау. Так, больше я тут ничего не нахожу. Сколько у нас уже? 7 штук. А надо вроде 50. Я не помню, где будут респауны потом. После сбора 50. Так, а здесь только синие, да? Да, это для Билли. А здесь у нас какого цвета были? Синие? Все синие, что ли? Ну да, здесь нет зеленых. Ага, вот зеленая где. Все, уходим тогда. По-моему, как раз одна зеленая была. Возле шкафчика. Ага.
сколько у нас уже их? 10 штук, да. Это вот первый слот уже забит. И, кстати, нельзя не выбросить ничего. Поднимаемся наверх. Ага, вот зеленая. Вот, обратите внимание, вот уже второй начал забиваться слот. Зеленая есть. Да, очень много я истратил рекордов, конечно. Мне кажется, я не пройду эту попытку. Что-то такое я припоминаю, что обезьяны точно еще где-то. Но может я ошибаюсь. Надеюсь, что я ошибаюсь. Все. Так, тут три синих, зеленые, две вижу. А, вот зеленые, там в конце коридора. Еще зеленые есть. А, еще две зеленых. Окей. Того у меня их 15. Так, ну давайте сюда сбегаем, посмотрим. Ну вот тут одна зеленая есть. Странно, почему вот эта комната вообще не работает в этой игре. Она просто как будто не функционирует. Даже никаких надписей не сделали. Ага, вот лежит на кровати зеленая. Но тут и синяя есть. Или нет? А, нет, вроде синяя. Зеленая одна, да? Не знаю, может просто я не вижу. Но вроде больше нету. Синие еще останутся. Даже без них. Так, ну вот зеленая. Тут непонятно на самом деле. Вроде бы я не вижу ничего. Она может быть где-то в этих рядах. А, вот она рядом просто лежит. На полу. А в рядах вроде нету.
Так, ну здесь вроде только синий. Ну да. Здесь у нас интересно есть ли. Что-то не видно как-то. Ладно, пойдем вот в эту комнату. Вот в этот коридор. Пока вроде ничего не произойдет. Или только зомби появятся. Хорошо, если только зомби. В виде дополнительных врагов. Так, ну в этой комнате огня у нас какие были? Зеленые. Ох, тут полно зеленых. Итого 28, то есть уже больше половины я зеленых собрал. Так вот, не помню за этим комодом. Не было? Вроде бы нет. Ну ладно, уходим отсюда. А синих тут я что-то и не вижу, кстати. Может их тут и нету. Так, ну зайдем вот в эту комнату. Ага, вот зеленая лежит. Вот зеленая лежит. Так, здесь только синяя, что ли? Похоже на то. Так, а здесь у нас какие были? Ну, точно какие-то были. Так, две синих, а здесь за комодом. А, Ребекка не может толкнуть. Чё себе. Блин, мне надо сюда Билли позвать. Просто я не знаю, какого цвета там была пиявка.
синего, да? Да. Follow me. Okay. Ладно. Это для Билли тогда останется. Так, ну надо в подвал сходить. Во второй. You stay here. Хотя тут есть еще куда сходить, на самом деле. Можно сюда зайти, где были вороны. Так, ну тут синяя пиявка, да? Ну тут, по-моему, еще должна быть какая-то. А, тоже синяя. То есть тут две синих и все. Понятно. В этой комнате у нас сколько было? И каких? Ага, тут зеленая. Вместе с синими. Мы собираем. Вроде больше нету. Можно сходить в подвал, а можно пойти сюда. Ага, вон зеленую вижу. Две даже зеленых. Так, и что мы имеем? 34. То есть 16 штук осталось найти. Здесь что-то было? По-моему, нет. А, вот еще одна. Осталось 15. Так, ну сверху вроде и не было пиявок. Ага, вот 14 осталось. Осталось 13. Осталось 12. И осталось 11. Хороший наборчик тут. Да, то есть один слот под оружие останется у Ребекки.
Ее лучше будет вообще спрятать. Хотя, можно, конечно, было бы вдвоем отстреливаться, это. Но опасно. Так, здесь синяя. И зеленая тоже есть. Две синих, окей. Так, ну последний десяток осталось найти. Тут вообще я не уверен, что что-то в этой комнате вообще есть. У меня такое ощущение, что эта комната вообще пустая. В нее ничего не положили, кроме личма. Так, ну здесь у нас, по-моему, какие-то были. Какие? Синие, да, только? Да, здесь одни синие. Это же синяя? Вроде бы да. Здесь, похоже, одни синие. Так, тут еще две комнаты осталось и подвал останется тогда. Так, ну давайте глянем. Ага, зеленая. Одна синяя тоже есть. Еще одна зеленая. Восемь штук осталось. Зеленые у нас есть. И только. И синие тоже присутствуют. Нет, синих я тут вообще не вижу. Так, ну все, уходим в подвал. Да, самое страшное начнется после 50 пиявок сбора. Где-то враги появятся. Вопрос, какие враги? А, зомби? Только зомби или обезьяны-охотники тоже? Пистолет-то у меня есть еще на зомби. Хотя бы. Так, а где у меня Билли? А, Билли у меня тут. Ну ладно.
Будь пока тут. Так, ну вот, сразу встречается зеленая. Это синий. А вот еще зеленая. Странно, тут нет пиявок. То есть, по сути, эти обезьяны вообще можно скипать. Так, ну вот еще зеленая есть. Так, а что, все что ли? Синих нету? Так, осталось два помещения. И три пиявки. Ну еще главный холл я там не собрал. Я помню. Так, я даже не помню, музыка как-то поменяется или нет. Это синяя. Это тоже синяя. Получается, все в холле, все три зеленых остались в холле. Ладно, пойдем. Так, ну, первый холл. Первый этаж. Наверху одна. Здесь вот одна. А где еще-то? А, вот еще одна. Так, ну окей, полтинничек я нашел. Самое неприятное сейчас начнется. Там, по-моему, такие серьезные, большие толпы будут. Ну что, полтинник собран. Переключаемся на Билли. Куда пойдем вообще, не знаю. Проверим просто комнату пока. Так, ну что ж, начинается самое, пожалуй, интересное. Что у нас здесь? Два ножа, три пиявки. Ну их я брать не буду пока. Ладно. Ого. С чего бы начать? Мне надо освободить одно место. Не знаю, может, рыбарик пока положить сюда. Давайте я его положу пока. Ну, пойдем в подвал.
Вроде бы никого. Так, здесь вроде бы не было пиявок, да? Эх, что у нас здесь? Никого. Ну, собираем тогда тут. Может быть, не после 50, кстати. После 70, может. Не знаю. Так, ну здесь вроде бы чисто. Здесь как? Вроде бы тоже все чисто. Но тут и нет пиявок синих. Поэтому уходим отсюда. Так, пойду схожу туда, где были 5 охотников. Там одна пиявка, по-моему, синяя осталась. Вроде бы никого. Так, ну ладно, окей. Пойдем сюда, сходим. Вроде никого не слышно. Так, а здесь вообще были у нас пиявки? Сомневаюсь я.
вот в туалете. По-моему, в туалете тоже нету уже ничего. Ну да. В туалете чисто. Так, пойдемте на второй этаж поднимемся. Вот здесь, где вороны у нас. Сколько у нас здесь было пиявок? Вот одна. Вот еще одна. То есть всего две. Окей. Попробую сюда пройти. Вроде бы никого не слышно. Но тут две пиявки. Так, уже 9 собрал синих. А тут только две было, да? Ну да, только две вроде. Ладно, пойдемте в те места, которые я уже предчувствую, что там будут враги сейчас. Вот сюда схожу. Посмотрим, что у нас тут. На самой кухне вроде ничего. Столовой. А, вот еще одна пиявка синяя. Того уже десяток. Так, а вот на кухне у нас, я боюсь, сейчас что-то будет. Чё, никого нет, что ли? А, нету никого, надо же. Ну ладно, набираем второй десяток. Или может они всё-таки позже? Появляются. Так, больше нет ничего, да? Не пойму я. Ну, вроде тут все собрал. Ладно, уходим отсюда. Что, пойдем вновь в подвал другой.
пойдем в подвал. Вот еще одна. Что, никого что ли? Я никого не слышу, по крайней мере. Так, и вот тут еще две пиявки синие. Здесь я не помню. Были ли вообще синие? По-моему, нет. Ну да, они бы сразу бросились в глаза мне, если бы были. Так, вот тут я точно помню, были как раз только синие. Угу. Так, и сколько у меня уже? Блин, у меня уже 19 штук, это печально. А, 20 уже, ё-моё. Некуда брать-то больше. Так, уже 70 получается. Надо пойти магнум, наверное, скинуть, я не знаю. Давайте я его здесь оставлю пока. И начнем набирать третий десяток. Может, они вообще в самом... В конце, может быть, 75 надо собрать. Когда заселится. Пойдем вновь сюда, где были пауки, жуки.
Так. Ну что у нас здесь? А здесь нет синих пиявок. Очень интересно. И там, по-моему, тоже нету. Здесь, по-моему, одна всего зеленая была. А вот насчет синий, по-моему, тут нету синий. Ну да. Окей, подвалы проверены. Тридцать штук еще надо собрать. Так, ну вот здесь была точно синяя пиявка. Ну вот, начинается сбор третьего десятка. Ну, зайдем еще раз сюда. Что тут у нас? Неужели никого нету? Две синих, да, тут было? Уф, поднимаемся наверх. Но тут я даже не знаю. Что, никого нету? Вот синюю пиявку вижу. Не одну, а целых три. Хотя, может, это осталось только в GameCube версии, я не знаю. Так, ну что, зайдем сюда. Похоже, никого. Да. А здесь у нас разве были синие? Здесь, по-моему, не было. Нет, здесь не вижу.
Мы пойдем в другой коридор. А, вот еще. Но эти пока брать не буду, ладно. Так, что у нас тут? Нету зомбов. Конечно, удивительно. Ладно. Пойдем, тебе патроны оставлю. Так вот пойдем собирать четвертый десяток. Ну охренеть, тут пиявок, конечно. Так, ну за комодом, по-моему, не было. А были ли здесь вообще синие, я вот сомневаюсь. Нет, здесь синих не было. Где же враги-то дополнительные? Почему я их не вижу? Вот еще одна синяя. По-моему, тут еще есть. Две штуки. Так, и здесь, по-моему, штуки три. Раз, два и за шкафом еще. Что мы имеем? 39, то есть 11 штук осталось, да? Это очень весело. Куда пойдем теперь? Ладно, здесь пока собирать не буду.
Наверное, пойдем вот сюда. Ладно, оставлю тут спрей. Можно было бы, конечно, его использовать. Здоровье у меня не полное. А тут синих нету, да? Только зеленые. Тут точно, по-моему, были синие, хотя, может, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. Нет, тут только зеленые были. Ладно, пойдем в комнату воды. Что еще останется? А все, по-моему. Или подлянка как раз на последний, когда остается 10 пиявок до собрания. Может, тогда она и возникает. Но я точно помню, в GameCube-версии была подлянка. Так, тут одна, что ли? Нет, две. 9 штук остается. Так, вот здесь вот 3, по-моему, синих было. Ну да, 3. Чё мне остается? 6 штук осталось найти всего лишь. Плюс не считаю, что я еще в холле не забирал. Так, ну я не знаю. Пойдем сюда, что ли? Кто-то есть? Да вроде нету. Погодите, тут нету, что ли? Больше. Так, ну вот в соседней комнате точно было, как минимум две, по-моему. Да, вот одна. А где еще? А, вот еще. Так, и осталось 4. Но они, наверное, все уже в холле, я так понимаю. Thank you.
там вроде вообще ничего не было. Я уже даже дробовик взять не смогу ни за кого, кстати говоря, да. Так, ну давайте сперва здесь заберем. Где у нас тут были? Здесь были? Здесь не были. Но где-то здесь были. Так, ну вот тут было. Это точно. Где-то еще тут, по-моему, было, нет? И тут больше не было. А, может быть здесь? Да, вот тут. То есть я даже уже и патроны взять не смогу, мне те патроны не помогут. А где магнум я оставлял? Так, здесь нету. А, вот. На стуле лежит. Может, это, конечно, рандом все-таки. Я могу взять, конечно, магнум. Так, ну вот, допустим, все собрал. Все 100. Так, теперь я хотел кое-что проверить, пойти. Просто одним глазком взглянуть. Я же помню, что здесь были враги, по-моему, на кухне. Один момент. Да, они появились. Ну что, зачистить их? Рискнуть? Давайте попробуем. Сейчас укусит, правда, гад. Так, тут наверняка еще один. Или тут двое только. Вот это вот я называю дополнительные враги. Какого хрена они тут появились, непонятно. Блин, опасно проверять сейчас все заново, все эти комнаты. У меня кроме пистолета-то ничего и нету. А я его даже в случае чего и зарядить не смогу.
Можно, конечно, Ребекку взять с собой. Блин, это опасно. Очень опасно. Может, лучше не надо? Чё тебе не хватает, Каиса? Зачем тебе всё нужно? Ну да, я помнил про эти места. Чё там у меня с патронами? 4 патрона осталось. А у Ребекки 9 еще. Стой ты. Что, всех зачистил? Ну, вроде бы. Блин, я даже не смогу подзарядить этот пистолет. По-моему. А как я? Не смогу же. Наверняка где-то еще враги появились. И Ребекка не сможет. Где еще они могли бы появиться? Пойдем искать приключения. А, ну вот еще тут, правильно. Ладно, пофиг. Может быть, в другой раз на зачистку. Тут вот непонятно, да, вот после скольких сборов пиявок они вот так вот это возрождаются. Так, пойду я скушаю спрей, ну, типа с полным здоровьем прошу. Так, а здесь случайно не могли появиться? Да вроде нет.
Бэк, а где твой пистолет? А, вот он что ли, валяется. Нет, это пистолет Билли. Давай обменяемся, как было. Ну чё, всё? Получается. Выходим отсюда тогда. Вот в эти двери. Выбраться наружу, да. Ну, где-то 2 часа я искал. Нажмите любую кнопку. И чё, я получил? Бесконечный дробовик, бесконечный магнум. Магазин, что ли, получил еще? Не, магнум не бесконечный, кстати. И, и магазин для автомата, да? Вы получили предмет ранга Е. Патроны для пистолета-пулемета. Для пистолета-пулемета. Проверьте свой инвентарь в начале игры. Вы получили предмет ранга D. Бесконечные патроны для пистолета. Ух ты. Проверьте ваш пистолет в начале игры. Вы получили предмет ранга C. Бесконечные патроны для охотничьего ружья. Найдите охотничье ружье в игре, и оно будет иметь бесконечные патроны. Вы получили предмет ранга B. Револьвер Magnum. Он находится где-то в поезде. Будьте внимательны. Кстати, магнум особый. Смотрите, револьвер магнум. Вы получили предмет ранга А. Бесконечные патроны. А, вообще для всего оружия. Любое оружие, которое вы найдете во время игры, будет иметь бесконечные патроны. Вот это максимально. Я прошел, конечно. Ну и давайте перезапишем. Данные сохранены. Ну и на этом я завершаю марафон по мини-играм классической серии Resident Evil. Это была последняя из них. Да, вот это, пожалуй, самая интересная мини-игра, я считаю. Может быть, даже поинтереснее, чем Extreme Battle. Хотя многие, наверное, не согласятся. Ну, по крайней мере, где-то на втором, может быть, месте после экстрима батла. Так, ну а на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. Дальше я буду проходить Resident Evil Remaster. HD Remaster. Ну, ремастер первого ремейка, который вот ПК-версия. Там нет никаких мини-игр. Но кампанию пройти я хотел бы. Ну а на этом благодарю за внимание. Всем пока-пока.